Сотрудники агентства «Хабар» поздравили женщин столичного дома престарелых. В честь Международного женского дня ведущие, операторы, редакторы, журналисты подготовили специальный праздничный концерт. Все очень красиво, весело. В общем, я счастлива. Обстановка прекрасная, настроение у всех веселое. Хочется поздравить всех. Большое спасибо за этот концерт, за ваши поздравления. Заместитель председателя правления агентства «Хабар» Ринат Киртаев отметил, что женщины – основные зрители каналов телесемейства. В подготовке программ творческая команда учитывает их интересы, но сегодня она работала не в студии, а на сцене. Мы, как агентство, как холдинг, всегда уделяем особое внимание женской части аудитории, потому что большинство наших зрителей – это милые женщины, и большинство нашего контента, и программы, и сериалы, и специальные проекты в основном ориентированы на женскую часть аудитории. Для нас это большая ответственность.